Сегодня я хочу поговорить с вами о ситуации на Ближнем Востоке. Как текущий конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Арабские Эмираты и на инвестиции в эту страну. Итак, 1 октября Иран атаковал Израиль. Но в этом видео я не буду говорить про политику, мы будем говорить о том, как ведет себя рынок недвижимости. Я также осуждаю любые конфликты, которые происходят на земном шаре. На протяжении последних 20 лет на территории Ближнего Востока и Северной Африки произошло более чем 45 вооруженных конфликтов. Вот только несколько из самых известных из них. 2003 год – война Ирака и Соединенных Штатов Америки. 2011 год – война в Сирии. Арабская весна в начале 10-х годов. В 2014 году организация ИГИЛ захватила 40% территории Сирии и Ирака. Также в 2014 году произошла гражданская война в Ливии и в Йемене. При этом рынок недвижимости в течение всего этого периода показывает положительную динамику. Особенно это касается рынка премиальной недвижимости, который отмечен на этом графике белым цветом. На протяжении последних лет во всех этих конфликтах, которые происходят на земном шаре, инвесторы по-прежнему выбирают Дубай за свою безопасность и независимость.